чтобы особо подчеркнуть у нас в регионе значимость этой работы, был учрежден знак добровольца, который у нас утверждается указом губернатора. И в этом году было очень большое количество заявок, 66 заявок, и комиссия отобрала 5 лучших. Я считаю, что это заслуга всех отрядов снежного десанта Омской области, всех бойцов студенческих отрядов, которые на протяжении 3 месяцев в 2024 году помогали, оказывали шефскую помощь, выезжали во все 32 муниципальных района Омской области и помогли многим семьям, ветеранам. В августе этого года в движении первых было организован выезд в Курскую область с гуманитарной миссией. Мы работали в центре выдачи и сортировки гуманитарной помощи, то есть вот то, что мы собираем здесь в Омске и в других регионах собирается, все это привозится туда, и огромные фуры разгружали, сортировали и потом выдавали людям.